сказала, море сейчас там, будет. Да, там, сейчас там будет. Ехали, вот там море. Кроется. Море, море, вот. Ну, тут мы останавливаемся. Пошли в чистый лес по проселочной дороге. Вот оно море. Ага. Потише едь. А мы здесь останавливаться будем? Здесь вот. И рыба ловится. Ах, Зо! Вот это море. Вот здесь мы сейчас и закинем. Ты дорогу-то перекрыл мне? И чё? Были лебеди, два лебедя. Видно, не улетели. Вот мы приехали на озеро, где водятся караси. И сейчас мы так, Альбина. Не, все так. Ну, надо было, наверное, с какой стороны нам, чтобы ты... Нет, я тебе говорю, где ребята. Где ловят. Да? Ну. Так, давай. Что там, запуталась? Подожди. Вот такие у нас сейчас удочки пойдут. И вот так мы сейчас вот на этом шикарнейшем, тихом, красивом озерце будем пробовать ловить рыбу. Ну, что получится, да, нам главное это удочки покидать. Ну, конечно, если карась клюнет, это будет восторг. Отличная рыбалка. Ёкарный сугроб. Вот это урожай. Это как называется? Ну, это гальян мелкий. Нет, рыбачка, калиброванный. Таймень, не меньше. Да-да. Наблюдайте, смотрите внимательно. Не пропускайте мои видео. Ставьте лайки и подписывайтесь, мои хорошие. Дальше будет еще интереснее. Мы сейчас едем на пасеку знакомиться с Сашиными пчелами. Он сейчас уже качает мед. И все это он нам будет показывать. А еще у нас сегодня свежина. И мы будем колоть поросенка. Красота! Куда рыбу складывать, да? Вот так мы ездим на рыбалку. Сибиряки, не меньше. Вот так я жду на рыбалку. Да, вот так. И вот так. Во, на, давай. Кидай, стой. А что там уже запуталась у вас удочка? Да ничего там не запуталось. Жал уже клюет. Как клюет? Запуталось. Да это ветром дует. Не-не, клюет. Тихо, тихо, тихо. Он или поведет, это карась же. Если он поведет, он значит, что поведет. Это... Значит, на тут это... не торопись. Не торопись. Что-то запуталось. И закатывается она. Все отлично будет. Ой, это что, ёрш или кто? Нет, или гальян опять? Гальян. Может, тут же и самое есть? Ты аккуратненько снимай, чтобы... Это царская рыба. Царская, не говори. Что, ёж, что ли? Чистить нет. Не надо. Не-не-не. Смотри, червяков не сорви травой. Да ничего не срывай. Сейчас брыкнет. Смотрите, какой пузатый, какой красивый. Где его нету? Гальян называется. Это не гальян. О, это же наша. Да-да-да, Паша. Рыбка! Рыбка! Не отпускайте. Давайте нам на берег ее. Давайте нам ее на берег. Вот мы ее на тот год. Да, маленький да, карасик, небольшой. Вот хорошая карпя. Ну давай сюда ее. А, у вас сколько карасиков золотистых. Ребята! Вот это да! Ты че? Рыбачка Соня? Дай посмотреть тетя Алене. Тетя Алена не видела ни разу. Так ее можно же ручкой достать вот здесь.
А, мальчики. А из ведро-то не взяли? Все-таки уберете? Посмотрите, посмотрите. Карасик красивый. Получается, что-то сырая, по-моему. Да нет, что-то сырого. Нет? Ну, что-то не было летом. Пшеничка. Да. О, ничего ты какие-то. Бременские музыканты поют? Да, поют. Ой-ой, Саша, наклончик-то какой. Да какой тут наклончик? Ё-моё, ребята, вы даже не представляете, по какому мы лесу едем. Мы уже такое не представляем. Ой, ой, ой. Кроме нас никто не едет. Да? Это моя дорога личная. Едем к Саше на заимку. Просторы. О, вот так. Какое сено. Какие запахи. Да, да. Ничего лишнего. Ой, какая прелесть. Попа не колется? Уже едут впереди нас кольщики поросенка, а мы пока тут фотографировались на сене. И вот они нас уже обогнали. Ну вот мы и приехали на Баурский двор Александра. Не заедешь? Вот она, пасека. Саша, а пчелы улетели на работу? Да, не будет пока пчел? Уходим. Альбина. Сейчас зацепят. Подожди. Но она же нас не будет. Вот здесь пчелы, а у Саньки уже качается дома мед. Или здесь качается? Здесь качается, да, мед. Здесь у нас снимает, здесь качается. Да. Собаку зацепите, Саш! Ну, мы-то можем быть, она сейчас не укусит. Нет, 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 да я... Есть, я слюнями своими нафиг. Ну, ладно. Да ну его. Вот о, такая стоит природа. ЗИЛ стоит дровами. ЗИЛ дровами. Только свистни, кому надо дрова, пожалуйста, дрова уже готовые. Готовые, уже сухие почти бревна лежат. Сухие. И вот такой приусадебный участок у Александра свой. Личный. Это летний душ. Это все душевая кабинка? Да, душевая кабинка. Угу. Здесь у них сад-огород. Немножко картошки, немножко капустки. Капустка, вот видишь, не удалась. А говорят у всех, съел этот, не слизень, а... Ну, жрал, смотри, жрал. Кабачки. Огурцы вон плетутся, заплетаются. Вот так вот. Альбина, там уже кабачков сколько. Ну, вот видите, дровишки уже из леса вестимые стоят. На готове, пожалуйста, уже сухие, покупай, не хочу. Какие рамки для пчел красивые. Для работы, да? Это как соты потом начнутся с ними. Вон сколько у него рамочек красивых. Посмотрите, посмотрите, сколько веников. Фирма веников не вяжет.
работу, Саньки, пожалуйста, вам. Как в Германии световые эти лампы, все у него подведено. Свет, телевизор, мужчина, который ухаживает здесь, смотрит, приглядывает за всем. Свет, телевизор, музыка, магнитофон, все имеется. А мы сейчас будем пить чай. Альбина нам заварит какую-то травку вкусную. Мы будем с медом, с печенюхами пить чаек. Вот такая у нас жизнь. Вот такая у нас программа. Вот такой у нас кайф. Зашли в помещение, где качается мед. И до конкурса, ну, вот это вот. Видали, какая блестящая чистюлька стоит? Специально для перегонки меда, чтобы мед превращался в мед, да? Из... А вот это у него здесь разделывание рамочек. Разделывание рамочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая красота. Деревом как пахнет. Вы даже не представляете, как пахнет деревом. Вот это да. Вот это красота. Видится, кошечка? Да? Пожалуйста. Светочка, все есть. Пойду этому кину. Ну вот хрюнтик превращается. Хрюнтик превращается в чистую. Все, последний штрих. Последние штрихи. Вообще. О, полива? Да. Она рождалась, блядь, грязь. Не говори. Так, под пузи снимай. Без позирования. Живой звук? Живой, да, звук. Прикидайте, а? На качели, Аленка. Ой, ребята, вы даже не представляете, не описать словами, что творится внутри, да, у Аленки? В душе, что творится. Это вообще березовую эту вот так вот на небо поведи. Да не, муха, наверное. Муха. Давайте, 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 выходите, поросюшки, выходите. Стоят, смотрят все. Ну, идем. Вот они, вот они, вот они, работники. Вылезли, а? Слушай, один рыжий какой-то. Один там рыженький. Ага, ага, вообще. Вот так Санька фермерством занимается. Это маленькие поросюхи. Сейчас пока ехали, позвонили, что еще 12 поросят маленьких надо выкупать. Вот они, красавцы, неписанные. Да, снять, как ты с нее басаешься. Ну ползи, ползи, не бойся. Не-не, она, ты че? Это ж осиновое основание. Сосновые перекладинки. Иди, иди. Ой. Иди ногу подымай, ага. Саша. Жопу квыше. Блядь, жопу не поднимай. Квыше, квыше, квыше. Ой, блядь, боюсь. А что ты? Сейчас покупать будешь, будут меньше, чем эти, которые... Чем те? Да, меньше будут. Нет, примерно такие. Примерно такие. Конечно, же? Конечно, они же 5 дней болели, неизвестно. Что, на новом месте приживались? Ну, конечно. Поилки там. Вот такая красота. Вот так внучка у нас стоит, акробатка. Ничего не боится. И баба Алена вот на таких стоит. Ребята, ладно. Вот они, два одноклассничка сидят. Два друга. Сколько лет уже дружите? 58 вам. Лет с 7 дружите, с 8, с 10. Попозже. Попозже, как он в школу приехал, во второй, в третий класс. Да, как мопед. Потому что он-то с Костей Кальбиным с детства. Ну. А с тобой как в школу приехал к вам с Красноярска? Мы его знать не знали. Да. Вот такая вот у нас жизнь. Да.
так мы и набираем баночки.